Так, всем привет, ребята. Уже вечерок такой, немножко дождик прошел. Сейчас мы пришли на такое место, здесь одни лодки стоят. Но тут сразу рыбку ловят, готовят и можно поесть. Прекрасное место, вот мы недавно только поели. Сейчас я засниму это. Вот, смотрите. Вот такое вот зрелище. Стоянка лодок, да, только одни лодки. Вот как вы видите, там вот смотрите, сидят кушают сейчас. Там рыбка. Но в основном рыба питается здесь, потому что ловят рыбу. Вот такой вот снимок я сделаю. Смотрите, сколько лодок. Посмотрите. Как будто парк машин, да? Вот такой вот небольшой заснимок, за съемку сделал я. Тут по-турецки я уже столько наговорился, что уже русский начал забывать. Так что извините, если я оговариваюсь, прошу прощения. Вот такое вот зрелище. Не хотел пропустить, хотел заснять. На каждом корабле турецкий флаг. Вот так вот заснять. Так, пойдем мы дальше, посмотрим, что нас ожидает. Так, сегодня я уже с Мурат подъехал. Сейчас мы гуляем. Пойдем посмотрим, что тут еще есть. Так что съемка продолжается. Так, сколько время? Время 18:13 турецкими часами. 19 градусов тепла, но все равно ветерок есть. Так, это наш Мурат.